давай холика, а то я сомневаюсь за танков. Пять хилов идем. Давайте сумоним это самое Макгрегора в РК. Да. Ты в танке? Да. Ну тогда начинай прежде. Одно тело потыкайте на смот. Остальные бить. Я был уже совой вчера. А чё, совы нет? Я могу зайти совой. ICD холипал нужен. Сова для бичей, вон элим есть. Чё, как режим боя, заебись. Убивайте этого зрака быстрее. Эти кастуют. Чё вы сагрили для трэша, почему не нужны? Квадрат убить. Стой, я ворвусь. Идите сюда. Слишком далеко. Я пока не могу использовать эту способность. Сейчас. Надо подождать. Я могу использовать эту способность. Сейчас. Кружок бей. Летает как пушка.
Плёшавый. Я плёшавый. Прикиньте тех пидоров, чё они там спрятались? Вон они стоят. Дайте таун. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Моя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Чтоб тебе было. Так, я пока выйду с РК. Всем пока-пока. Ля-ля-ля-ля-ля. Пока-пока. Это тип, я не сильно громко слышал? Не. Короче, вчера пошел, короче, руганом, там еще пацаненок был, ну, попить пивка вечером. Наебать, короче, пошли в заведуху, ну, пьем пивко, ну, там такая андеграундная заведуха, там, ну, короче, прикольно. Смотрю, какая-то тусовка, красивые девчонки, красивые парни, все, блядь, у всех голова помытая. Короче, все отдыхают, смотрю, и какой-то чувак прям жестко объебашился, прям очень жестко, там, в туалете часа пол торчал. Ну и короче, а этих пацанов было три пацана. Я вот смотрю, пока один ему постоянно на протяжении всего этого времени носил воду, с ним там что-то в туалете, короче, что-то ему помогал, носил салфетки, блять. Другой чел, не теряя времени, начинает всех этих баб кадрить, со всеми этими подругами танцует, фоткается. Я думаю, вот, блять, пидор. Ты бы так не делал? Если бы ты блевал, я держал себе волосы. Волосы! У меня нет волосов, я выше. Какой ты романтик. Главное, тот чел такой бегает, такой, блядь, весь такой на взводе, туда-сюда, там, подходит официантки, официантка что-то, блядь, что-то судит. По жестам, говорит, блять, помоги, она с тряпками там бегается. Короче, тот вечер просто, ну, чувака в минус. А другой такой, блять, танцует, ну, похуй. Красава. Я надеюсь, он не поебался в этот дядь, вечер. Кто не здесь, я очень рад, что вы не здесь, блять. Я бы с радостью вам дал минус 100, блять. Бычок волшебный, как всегда. Бычок, иди сюда. Так, вор, напуливаешь на меня, с меня снимаешь иступление. Не стою слишком.
Шадуморн, притворись мертвым. Квокер, прости, я только увидел. В итоге я не знаю, какая формула у дикой защиты у Мишки. Написано типа 25% от силы атаки, блядь. У меня 10к, блядь. Молодцы, блядь. Прости, я заебал, маг, чё не выходишь-то отсюда? Какой там маг? Как ник мага? Shadow More. Ну, чип того чип. Shadow More. ФК, наверное. Shadow More. Да нет, он кастует. Сайлансер набери. Джесси. Макгрегор на боссе, я на копье. Так, пятая пати. Смотрите, я вам расскажу такую систему. Тюменская. Блять. Частицу на Макгрегора и хилишь меня. Похуй, что меня не бьет моб, что нету копий. Значит, этот, Эршам, хилишь чисто Макгрегора. На него орехи даешь, хилишь. Хатау, обоих танков хотаешь, держишь там покровительством. Меня в основном Джубанга, пули на вылет, вы на меня, короче, полностью прям. По очереди будет там зубы эти отдавать, когда две копии будет. Вот, дух, зубы, короче. Зубы кинешь, знаешь, когда? Когда одна копия будет у меня, когда третья будет появляться. Да заебал, в смысле не танканешь. И волшебно, короче, каплю дашь на 40%. А Монтагна дашь каплю на медведя на, блядь, на 30%, когда две копии будет, на всякий случай. Все, чек на пу. Короче, мне давать, когда ты будешь вторую копию забирать, зубы тебе. Да, когда, ну, типа, когда я встань и буду. То есть перед 33%, понял, да? Зубы. Понял, понял, хорошо, понял. Так, Триси отошел. Ну, давай, пуляй, Макгрегор. Вангуй вайб. Да хули ванговать. Силы топы. Приехал. По ситуации, короче, как отдашь этот... зубы, потом по ситуации гимна хп дашь, там тоже по нашему хп посмотрим. Макгрегор проседает, блядь. Твое сильнее страдание. Что за хуйня? Не умирайте, да? Так. Ты готовь зубы, скоро надо будет. Давай, зубы. Болтар не остановит. В мире хватает героев. Болтар не оставляет живых. Болтар не оставляет. Болтар не оставляет живых. Заебись. В мире хватает героев и без тебя. Топ танки. Хватает героев и без тебя. Болтар не оставляет. Болтар не оставляет живых. Да не бегай, куда ты бежишь, блядь? Слышишь?
Давай, спекнись. Я забыл, что у тебя танк есть. В мире хватает героев и без тебя. Залетайте вы. Первую копию заберешь. Хилы, бегайте за танками. Только не тогда, когда им пизда уже пришла. Ну, значит, спереди его стойте. И отходите вместе с ним. Откидывает, да, учитывайте, что откидывает. Так, если вы будете стоять, ну, типа, ну, блядь. Если вы будете хилы стоять, то вы тут, ну, грубо говоря, бесполезно. Надо бежать за танками. Надо заранее быть там, где будет танк. Фулл баф давайте. Марлин спекнулся. Первая копия твоя, вторая моя. Чек на путь. Блять, все хилы бичи, всем чешка нужна, я ебу. Лол. Начинаем, Макгрегор. Цирк приехал. Хилы, чтобы вы не потерялись, как бы, на танка метку поставил. Блять, она спадет же. Сука, светают метки. Вдвое сильнее страдания. Хилы, забегите вперед за спину танком, чтобы вы точно не проебались. Или идите рядом с копьями, чтобы их точно доставать. Лол, блять. Нету копий, бей. Сильнее страдания. Марлин дал зубы. Есть. Дядь, куда ты забрал копию-то? Ну танчите. Че там упал, бой? Забивайте. Спасибо. Пал в танке, пока без останься, резать три тела. По стеночке в комнату здесь забегаем. Здесь произошли страшные события. Паладин слева, трэш, я справа. Макгрегор на босс. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы. Волшебно, первый, забегайте сюда быстрее. Мы даже не успели понять, что происходит. Чего вы там в небо смотрите? Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Начинаем, Макгрегор. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но боюсь... Тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие настоящего лидера. Слуги, обратите их в пепел! Огромного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики.
Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Старлин, подойди ближе, что ты там стал в жопе где-то? Бьет желтый джек и босс. Ну один, наверное. Окей, спрашиваю, кто. Короче, Тюменской остаешься, я остаюсь, я станчу свет, Марлин, Ретрик. Этот Макгрегор, тьму танчишь. Тьму хилят, короче. Рубиновое святилище пало. Джубанга, Хатей и Бычок в свет выходят. Первая, вторая группа, волшебный тоже выходишь. Третья, четвертая, ДД, остаетесь во тьме. Так, Гера по команде, ставлю лут. Чё по диспелу? Значит, по диспелу Тюменская, третью фазу свет. Пуля, хилишь, пуля ДЦ, хилишь свет, тоже выходишь в свет. А чё я в ДЦ? Ой, в смысле, я в свету. Ну выходишь в свет, потому что там я буду танчить умнички, надо будет зубы кидать на меня по КД. Ладно. Вот. Значит, я танчу третью фазу, Макгрегор начинает тьму до конца. Нет, не будет. Так. По диспелу во тьме. Тьму диспелить или Хатай, или Эршан, там договоритесь между собой, ну чтоб диспелили. Все, чек на пул. Кому ПС покидать? РДДшники. Ну, ПС там, ладно. Крисей покидай. Макгрегор на позицию. Никто не шевелится. Не ездите к боссу, не двигайтесь ногами, не шевелите. Мышку не трогайте, клавиатуру не трогайте. Пуляй. Этот мир вот-вот. Доехать надо поближе к боссу, чтобы пулять. Нормально. А диспелит кто? Первую, третью пусть Тюменская диспелит. Ну или ты пуля диспель, пусть Тюменская хилит. Ты давай будешь диспелить и на первой, и на третьей. Во тьме там Эршам или вдруг побежали. Паладины, не бейте желтый джагри. Приготовились, побежали на ту сторону. Макгрегор, подходи к центру босса. Макгрегор, заходи. Заходим рейд. Заходите, бейте. Вор выноси. Кокер выноси. Готовься вы. Скоро фаза, приготовьтесь. Чё там? Третья фаза. Я пока не могу использовать эту способность.
Заходите, свет, первая, вторая. Без нитотем, да? Пуля выноси. Побежали, метеор. Фейерворк выноси. ШП, блядь, не делай так. Что ж там стал? Вот сильнее. Так, четвертая группа не бьем. Все остальные бьем. Во тьме четвертая группа не бьем, все остальные бьем. Кокер выноси. Скажу, когда вам бить, вот бейте четвертую группу. Свет, побежали. Во тьме рост. Во тьме рост. Все бьем. Все бьем. Левый носи. Дал крик, 98 кхп. Все, бьем, ничего не стопаем, перебежали свет, хатай выноси. Зубы надо тебе? Нет, 98 косарей хп, ничего не надо. Не выделывайся там. Топ танк. Насладитесь сполна ее вкусом, ибо как... Сука, почему она вчера не выпала? РДД чешку ролим. Сгинет в огне. Блять, я тебе не то отдал, слышишь? Перстень тебе отдал. Да, сейчас верну. Ты его можешь... Ну ладно, давай. Ролите подвеску. Милики. Слышишь, Слава, так ДЦ трохи тащит. ДЦ тащит, да. Я в шоке прям. Чеченец. Еще бы чешку. ДЦ везде тащит. Если это чё. Кольцо надо кому-то? На ИП заходите. Кольцо вот это надо кому-то? Джубанга сейчас тебе обмен дам. Так, на. Так, я понял, один начислил. Блять, портал сейчас. Чё, магов нет? Ну пиздец. Так, кто еще заходит на ИП? Заходи. Кто на ИП еще? Так. Все это начислять, да? Так, кто идет в ЦЛК и этими же перцами оставайтесь в этом рейде? Кто другими идет, перезаходите. В этом же рейде останусь, буду собирать ЦЛК. 25 оп? Да, 25 оп. Летим в ЦЛК, там локи, если вы остаетесь. Нет перекура. Все жестко, жестко, быстро. Отлично. Бам-бам-бам. Бэнг-бэнг-бэнг. Ну пока я добираю, вы как бы можете отойти. Ну это минут 5, не больше.
Так как бы для удобства, если этими жеребцами идут люди, то пусть остаются в этом гейме. Квест, ты сегодня Анар вроде у меня забивал, правильно я говорю? Верно. Будем делать квесты. Кому там плохо? Я наоборот хорошо. Не отпустила еще после пятницы или что? Да нет. Там... После четверга? Да, всегда такой. Мальчик-мажор. Поставь место моему комботу. Давно не играл, хоть попробовать. Сейчас друидом эста принесу, пошу к нему, приду. Так, этот, Эолаф, пойдешь Тершамой в этот ЦЛК? Или не? Давай залетай. Что-то миликов до хера. На мага слава добавили, да? Кто? Поклонский? Да. Ну, заходи. Волшебный холик есть? Я бы... Ну все равно надо похилить. Хотя бы так. Так, нам мага. Грегор танком пойдет. Так, ну надо, чтобы ты делал квест, да, еще? Вот это я не знаю, кто там будет танчить. Марлин, походу, будешь спекаться. А, кстати, там есть кто на осколке? Не знаю даже, список смотрите. Так, 4 слота, давайте, торопимся. Ну, рок вообще прилично. А может даже знаешь, что, Марлин? Слышишь, Марлин? Это, наливай воды, протопалом пойдешь. Регор в ДД. Чё такое волшебное? Да, кто у тебя есть? Ршамы. Ну, блин. Ну давай, я не знаю. Да нет, будь паладином, потому что баф. Сиди паладином. И холипал, хорошая тема, там, частица, все дела. Не агрите мобов, что вам делать нечего, хилов тут нету.
Да не, будь шипы, лишь один шипы. Грегор, пока на трэш спекнись в танка. Можешь там подержать. Тело доберу. Или что, или пугов добрать? Не надо. Да не, они опять катушку сломят. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. А кто у нас за палом пойдет? Марлин. Мы будем героями, Марлин, ты в РК? И покой своего народа. Помните, герои, Марлин! Плюс написал. Противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца. Подожди, Слава, дай мне 30 секунд. Короче, у меня просьба к тебе. Если ты можешь записать, ну, как так, на лече, как будем бить, как ты будешь танковать. Ну, чтобы я потом посмотрел и чтобы потом уже сам научился танчить. Можешь? Вы находитесь в самом сердце. Ты Марлину? Да, Марлину. Ну, записать видео, как ты танчишь лича. Посмотреть, чтобы мне потом уже в следующей норме. Лол. Чего? Артас, ну, не знаю. Я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Надо подождать, пока Войт протопала качает, когда тут стопудово будет. Ой, слушай, давай с нам протопала, ты им напиши. Ну, можно поменять заметку, кулонги напишите там. Кто там еще есть? Ну, тут, короче, проблемы, ну, траблы с Вовкой, поэтому у меня первое время, короче, не будет. Если что. Тебе уже не суждено им стать. Скоро. У меня будет другой. Чтоб не кикали. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Он... Слава, прочитай, я написал в рейчат. Сопротивлялся, но вскоре он склонится перед своим королем. ДФЗ. Давай, дам тебе свой ад, зайдешь на протопала моего, там 6,5 почти. Запишешь видео, да я потом посмотрю и буду тренить. Боже, там у протопала две кнопки тыкать. Ну блин, кнопки-то понятно тыкать, как на эти, гневные, когда там вот этот трэш, всю эту херню нужно мне запомнить, просмотреть. Ага, потом... Трубочки там и ставить, ничего не надо. Бля! Потом мне Бибок будет писать, зайдешь на протопала, пижона, блядь. Не, я не дам больше. Ну так что? Так это тебе пробовали так устно объяснять? Устно объясняли, но мне нагляднее, оно как-то понятнее становится. Так, пижон, у тебя эрдру есть, да? Давай, чтобы не спокойнее было в эрдру пойдёшь. Хочу. Мы заставим короля лича ответить за все злодеяния и спасем паладина. Перенесите в РК, у кого права есть там. Чё, три тела походу не будем добирать. Ну пойдем так, хули. Горхрон, готовьте молнии. Так, большого Макгрегор. Где ты тут? Налево пойдем. Смотрите, не сагрите только весь трэш, блядь. Бейте пока мелких. Ну, они шмонятся? Ты чё, таунты не работают на него. Отойдите из-под морды, выйдите из-под морды, блядь. Ой, пиздец какой-то, нахуй. Короче, молодчики, блядь, я хуй знаю. Падайте, блядь, и бегите заново. Ну чё, блядь, танки? Совсем обкуренные, что ли, или чё? Вы бы ещё туда в центр забежали.
Тереща. У нас времени 2 часа ровно есть, время пошло. Это в ваших же интересах, чтобы отдохнуть перед Герой, которая в 18:30 будет. Там за 1:40 все проносится. Так что, блядь, пошевеливаемся. Давайте, значит, так. Пришли афкашить 100 гп, блядь. Пришли, блядь, испортить себе ПР. Подходим все к шкафу. Вон он стоит, где там эта ступень. Даем фулл баф. Марлин каски всем. Волшебно кулаки кресты. Дал лап. Захиливайте рель. Хатей. Это самое. Будьте в хилах, сильно хилите. Сейчас оптимус возьмем, ШК. Так, оптимус принимать смог. Все, пошли. Значит, блять, вот он ходит, этот дурак. Пошли налево, он оттуда вылез. Нужно подойти поближе. Сильнее слугу, этот петушара большой идет. Со, 2 минуты отошел, слышно. Волшебно, ты тут? Где ты там? Сова там ману ршами заливает. Сейчас это паука обсебьем. Танка сейчас вырываются вслух. Рейд бьет паука. Весь рейд бьет одного паука. И второго потом. Что это за хуйня? Собирайте мобов в танки. Да хули тут собирать, нахуй, весь синс собрали, блядь. Ебать, вы агрите, вообще пиздец, блядь. То ли звездопад, то ли чё, блядь. Молодцы, нахуй. Видимо, звездопад. Конскюрит, звездопад, спасибо, блядь. Умирайте, нахуй.
Охуенно нравится вам так ходить, блядь. Надо легко стояла, я, ну, по-моему, вообще не знала его. Ну а кто? Пета, блядь, отправляет. Что вы делаете? Зачем вы, блядь, так по стенке идите, блядь? Милики, РДД, идите по стенке, бейте паука точечно. Я не говорил вам агрить трэш этот, блядь. Или давайте на фул зачистим, если вам репа нужна, блядь. Так и скажите. Почему вы делаете хуйню, блядь? Вы тратите время 25 человек. Вы хотите, блядь, чтобы Бибоп пришел в 18:30, и мы сидели здесь на синдре еще, да? Чтобы его рейд задержался, блядь. Или вы нормально все делать будете? Кто спалит, кто это делает, скажите мне, кикну нахер, блядь, еще и 200 гп дам за эту хуйню. Сука, блядь. Если я спалю, кто это, пизда вам просто, блядь. Сейчас мы с лук это агрим. А рейд бьет этот паука. Три танка бегут. Марлин, я бегу и Макгрегор, блядь. Три слуги. Отвернуть от рейда надо. Все очень просто. Бегите резче уже. Хатай, долго ты лететь будешь или что? Ты пришел поафкажить? Пошли, блядь. Я пока не могу использовать. Кольцо тут лишь. Назад ушли. Все за стенку встали, блядь. Вышли с прохода, за стенку встали. Оу-оу, блядь. Грегор идет, остальные стоят. Никто не ломится сюда. Две скелета одновременно не агрит. Вот. Все, аккуратненько по стеночке слева бежит. Бьем одного скелета. Осталось час и 50 минут. Сейчас прям фул баф даем по рейду. Сейчас зайдем, добьем слугу и начнем. Марлин каски всему рейду, волшебные кулаки, кресты. Фул баф остальные даем. Интеллект, пистобаф, лапки, ну и так далее.
пишем сейчас, если вы ролите не на тот спект, в котором идете, пишем об этом в РК. Макс, стол! Я забываю лут ставить, ну ты ж, блядь. Привет, смоньте наркологию, пожалуйста. Так, смоньте наркологию. Ваня тут, Варенька? Тоже кинем смон, на всякий случай тыкайте на смон. Ешьте рыбу 10 секунд. Тык на смон. Сейчас начнем. Макгрегор в ДД. Все напулы на медведя. Два ханта, два роги. Так, все, фулбаф есть. Каску. Каску дает Марлин. Чарли, вот мы взгляд тяг. Варенька тут. Опять игривый образ сейчас. Логнится, начнем. Дайте, пожалуйста, еще лапу, интеллект и кулак желательно ханта еще. Все, дайте лапу, это самое. Места еще есть? Да, как у тебя ник? Я плюсанул чат. Это кто у тебя? Это рога? Комбат, да. Напуливать на медведя будешь. Окей. Сейчас придет тебе сумон и сразу начнем, там баф не проси. Ну в процессе, если в состоянии, ребята. В процессе крикните там на хп. Смотрите там в процессе. Начинаем, короче, гера с пула, все как обычно. Ой, еще и Давид. Кто падает, я вас поздравляю, минус 100 ИП. Вары клик на хп дайте, шипы бей. Малышка, беги! Ханты продолжаем напуливать. Так, вихрь секунда, сейчас закончится. За спину босса встаем. Не сейчас. Слишком далеко. В ледяном пламени не стоит идти, брёв. Гримар, вор. У вас все нормально? Макгрегор сейчас танка на трэш спектность. Пойдете бить трэш с Марлином. Спекайся, идите. Так, Агримар. Можно я релог сделаю? За релфрита говорит. Делай. Так, Агримар. Подходишь под лицо боссу. Костерез 24 тысячи. Молодец. Вот то же самое. Минус 100 ИП обоим. В конце увидит, когда ИП будет меньше, раз не слышит. Ладно, за бычку ГП. Всем привет, народ. Здорово. Привет.
Блять, у него нет ЕП, плюс 0 ЕП написала. Блять. Бревно, иди хиль. Так не надо, блять, череду убийств нажимать, значит. Сапоги ролим. Назад, значит, нажимай, когда череду нажимаешь. Помогает, говорят. Так, конспирит. Вот, подсказали тебе, теперь ты знаешь. Охеренно. Так, наручи на танк роли. И вот эти там, на Эрдру или на кого ролите там? Хлам этот. Не понял.